одежду и обувь от отечественных и зарубежных производителей, текстиль, фермерские продукты и многое другое можно приобрести на ярмарке, которая расположилась на Пролетарском проспекте 8 возле остановки «Нихимаш». Здесь можно найти качественные товары по приятным ценам, которые так любят местные жители. Продавцы помогут сориентироваться в разнообразии и расскажут обо всем, что может заинтересовать покупателя. Живой мед от Адыгеи до Мордовии. Насладиться ароматами и вкусами различных сортов меда, узнать больше о пчеловодстве и его продуктах. Продегустировать и выбрать понравившееся можно у владельца личного подсобного хозяйства Александра. И вы вот сейчас скажете свое мнение. Какой липовый мед должен быть настоящий? Прошу. Пахнет очень вкусно. Вкусно. А вы чувствуете, у вас во рту такой мяткий немножко, как липо ментольчиком отдает? Очень. Очень. Так, почувствовали это дело? Да. Почувствовали. А сейчас после вкуса горчиночка такая нежная, нежная, тонкая. Есть? Есть. Вот это настоящий липовый мед. Вот когда будете покупать, чтобы знали эти три признака. Очень вкусно. На самом деле. На ярмарке представлен большой ассортимент одежды для людей всех возрастов. Ну вот у меня идет сейчас на распродаже зимняя коллекция. И сейчас уже пришла новая коллекция. Это весна. Вот, очень хорошие модели. Здесь идет и джинса, здесь идет и хлопок. Вот, курточки, всякие костюмчики. У меня мужской трикотаж. От А до Я. Сейчас сезонный товар, летний. Весенний товар, все, что хотите у меня есть. Можно у меня одеться, и летние шортики, бриджи, домашний трикотаж. Ярмарка товаров из разных регионов России, которая проводится в нашем городе, уже стала традицией. Мимо нее пройти невозможно. Прихожу для того, чтобы купить себе, что мне понравится. Брала очень много я икру здесь, вот в том там киоски. Вот цветы сегодня купила много. Помимо широкого ассортимента товаров, организаторы ярмарки приготовили для покупателей несколько сюрпризов. В среду мы разыгрываем денежные сертификаты, а в субботу денежные сертификаты и главный приз у нас телевизор. Розыгрыш будет в 2 часа начала. В субботу пройдет после розыгрыша праздничный концерт. Выбрать и купить понравившиеся товары можно ежедневно с 9 до 18 часов. Ярмарка продлится до 7 апреля включительно. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.